Настало время узнать о погоде на территории Верхнеуральского района в эти выходные. По данным интернет-сайта Гисметео, в субботу 20 апреля температура воздуха утром минус 4, вечером плюс 4 градуса. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. В воскресенье 21 апреля утром минус 1, а вечером всего плюс 6 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Все выходные пасмурно. Православные отметят вербное воскресенье. Осветите веточки, наделив их магическими свойствами. И смотрите в ТВ, по телевизору или на официальных сайтах, адреса которых вы видите на своем экране.